Привет вас на канале Asmo The Play. Мы играем Человек-паук. Давайте посмотрим. У нас основное задание сюда ведет. Ага, так, Тавиус. Да? Давайте зайдем наконец в лабораторию. Посмотрим, как мы можем улучшить костюм. Можем ли мы его улучшить? Так, где-то. Посмотрим, какие разработки нам предоставят. Если Октавиус нам помогает, то может что-нибудь придумает для нас еще. Как она действует? Как настоящая рука. Подумайте, что хотите сделать, и... Давай, я уже много чего там сделал для этой руки. Да. Эй, эй, что вы себе позволяете? Нарушение мер безопасности. Прекратите сейчас же! Это очень хрупкое оборудование. Ну все, я немедленно звоню мэру. Питер Паркер, как твои дела? Помяни черта. Мистер Осборн? О, ну хватит, сколько мы уже друг друга знаем. Я мистер мэр. Да, Норман, Норман. Норман, что ты, черт возьми, делаешь? В твоем соглашении на грант прописаны меры безопасности. И это не первое нарушение. Нам прощали. Мной. Мы должны были конфисковать все уже давно. Но у меня прорыв. Спасибо, что послужили на благо нашей страны. Эти ребята проводят вас в Ascorp Robotics, где вы получите современный протез. Бесплатно. Дело ведь вовсе не в безопасности, правда? Правда. Я пытаюсь помочь Отто. Ты можешь продолжить работу в безопасном месте. А, в Ascorp. Ты всегда очень быстро соображал. Ты совсем не изменился. И ты тоже. Эй, Питер. Гарри возвращается из Европы в начале года. Может, вы наконец-то откроете дело, о котором столько говорили? Это превосходнейший шанс. Да, конечно. Сыночка прокачивать тише, надо, да? Тише. Они же не забрали все. Мы сможем начать заново. Питер, какое там мы? Без городского гранта я не смогу тебе платить. Ну и не надо. Мне нужно подумать. На твоем месте я бы искал работу. У меня их две целых. Я как репортер и как Человек-паук, нахрен, так разрываюсь. Что, третью работу хочешь у меня возложить еще? Так, незабываемый день пройден. Хотел бы я помочь доку. Может, позвонить Гарри? Попросить его поговорить с отцом? Нет. Норман никогда не слушает Гарри. Даже пытался лишить финансирования его станции. Давайте посмотрим, может, все-таки я смогу себе... Пока никого нету, подправить костюм. Потому что мне костюм ой как нужен. Заходим. Для начала давайте прокачаемся. Что тут есть? Октавиус Индустриз. Пройдено. Недоступно, да? Премия за полное завершение. Так, ладно. Здесь ты недоступен. Сегодня мы ждем комиссию по грантам. Давай здесь. О, доступно. Анализ. Неизвестное. Испытание биосовместимости карбоновых нанотрубок. Так.
Это есть. Где у нас там? Три. Нет. Одна должна быть. Тогда здесь будет не три. Вот так вот, наверное. Ага. Так, ладно. Первые две. Нет, не это. Вот это, скорее всего. Нет, не она. Так, надо еще две вот таких. Есть две таких? Вот так. Вещество опознано. Готово. Неплохой вариант для вживления в ткань. Но можно придумать и лучше. Сейчас будем придумывать. Не беспокойся. Анализ. Давай. Графен. Но с уникальной структурой. Что это? Что это? Что это? Ай-яй-яй-яй. Так, ну давайте вот это вот. Сюда для начала. Так. И надо... Нет, не такое надо. Вот такое надо. Есть с одной штучкой такая. Есть, но не там. Есть, но не там. Так. Не такая. И не такая. Подожди. Так, эту мы составили. Раз. Два. Где ты? Нет, не пойдешь. Не пойдешь. Значит, может быть. Так. А где мне таких взять еще? Чтобы вот так вот, одну зачеркнуть и две по бокам было. Вот она. Неплохо. Ух ты, круто! Словно нанорешетка. Вот это и правда сильно. Отличный структурный элемент для протеза. Вот уже что-то. Остальное пока нам недоступно, ладно. Что мы тут можем еще нарешать? Даже не знаю. Это у нас слушать. Это у нас музыка. Музыка нас связала. Тайною нашей стала. Наш первый доброволец. Капрал Тексидор. Потерял руку в бою и сейчас хочет просто снова обнять дочку. Ну, хорошая идея так-то, да? Почему бы нет? Ну, на всякий случай еще раз подойдем сюда. Посмотрим, что ни хрена у нас здесь нету пока. Потому что у нас протез забрали, да? Забрали? Забрали. Помню свое первое собеседование тут. Пришел в грязной рубашке, опоздал на 10 минут, ловил грабителя. Почему док решил меня нанять? Надеюсь, он не жалеет об этом. Все, уходим. Уходим отсюда.
Посмотрим, что у нас за задание. Ну-ка, что у меня навыки? Гаджеты. О! Да у меня... Почему я не могу прокачать его? А это что за гаджет? А, вот почему. Все, так, это что, мы открыть можем? Вау, ударная волна. А, жетоны недоступны, ладно. Так, это мы усовершенствовали. Я даже не знаю, что это, ну-ка. Ну, пока... Пока идет все как надо, да? Жетоны испытаний. Так, костюмы. А как поставить или как надо? Что сделать надо? Жетоны достопримечательностей. Это что, я увеличение радиуса действия сканера дополнительный, так. Боевой анализатор. Уменьшение получаемого урона в рукопашной. Атаки гаджетов повышают концентрацию. Противникам требуется больше времени, чтобы обнаружить вас, когда вы прячетесь. После идеального уклонения наносимый урон временно увеличивается. Ну и третий, я даже не знаю. Давай. Ну вот так, я думаю, нам пока сойдет. Мне эти костюмы пока не нужны. У меня есть костюм, который меня вполне устраивает. Это... рваный. Зачем он мне? Простой. О, вот это тоже. Нет. Ну, интересный, но нет. Нет. Такой вот, какой-то черная вдова. Это вообще пан. Хотел бы я помочь доку. Может, позвонить Гарри? Попросить его поговорить с отцом? Нет. Давай. Норман никогда не слушает Гарри. Сюда уходит. Он же пытался лишить финансирования его станции. Эй, одна из станций совсем близко. Надо узнать, как там дела, пока Гарри в Европе. Ну так. Должен быть способ помочь доку. Я что-нибудь придумаю. Беги, беги. Ну давай, я уже здесь. Гарри рассказал мне о них, прежде чем уехал в Европу. Пит, любимым проектом моей мамы всегда были городские научные станции. Я запустил их, но сейчас я далеко. А Скорб хочет закрыть их якобы из-за ненужности. Может, присмотришь за ними? Я в каждой оставил сообщение. Спасибо. Пока они есть в городе, в нем есть и частичка моей мамы. Ну давай, посмотрим, что я могу сделать. Я тут не заработаю, но для него это, похоже, много значит. Я сделаю все, что смогу. Давай. Научные жетоны. Итак. Давайте посмотрим, что тут надо сделать. Так. Еще одна станция. Еще пара станций сообщают о загрязнении воздуха. Приму меры, пока они не достигли, как это говорится, первого класса опасности. Может, Оскорб против этих станций, потому что сами превышают уровень загрязнения? В воздухе опасно много полициклических углеводородов. И их все больше. Если так и дальше пойдет, будут смерти. Частицы собираются в точках концентрации. Получаются сгустки дыма.
прыгну сквозь такое облачко и соберу нужные пробы. Это гадко, но нужно прыгнуть прямо в эти облачка. Понятно. Облачка видно невооруженным глазом. Значит, уровень токсинов зашкаливает. Давай. Так. Это, блин. И готово. И давай наверх. Тут где-то, подожди. Где-то здесь он. А где ты? Рюкзачок. Сразу давай тебя возьму. Стой. Да где ты? Я не вижу тебя. Взял отличные пробы. Ну, отличные пробы ужасной гадости. Где-то здесь, да? Вот он. Ну не, слишком. Да подожди ты. Ты что такой неугомонный-то? Эй-яй-яй-яй-яй-яй. Подожди. Вот так. Куда? Будто дышу через выхлопную трубу. Я могу перепугать этих людей, но им не привыкать. А, токсин вырабатывают две модели машин и сломанный дымоход. Сделаю фотки. Отлично. Так. Еще раз. Я использовал запчасти этого старого мобильника. Что бы я смог собрать, будь у меня настоящий. Ну, коллекция, ладно. Здесь хороший свет. Блин. Что тут можно? У меня деловое предложение. Че, как, паучок? Что-то не понимаю, что здесь такого может быть.
Она... что-нибудь тяжелое. Хоп. Нет. Это где-то не тут. Потом разберемся, ладно. Итак, в полет. Мой лучший портрет дымохода. Вышлю в департамент охраны окружающей среды. Может, на День Земли сделать костюм зеленого паука? Итак, охота за станция смогом. Гарри спасла многих горожан от отравления. Как теперь Оскорб докажет, что они бесполезны? Ну, а теперь идем. Человек-паук. К нашей достопримечательности. Сейчас грабит банк на углу Ист и 31-й. Что случилось? Он вроде был в тюрьме. Был. Но один охранник выпустил его из камеры и отдал ему его костюм. Я знал, что Шокер на кого-то работает. Что сказал охранник? Я бы с ним поговорила, но он помер. Тот, кто вытащил Шокера, следов не оставляет. Черт! Я посмотрела запись, охранник был словно в трансе. Может, это эффект освещения, но у него глаза будто светились. Жуткое дело! Приду в банк! Постараюсь что-нибудь вытащить из Шокера! Что-то подсказать? Давай. Нам куда-то сюда пока. Вот поэтому Джона мне неплохо платит. Питер, я решила узнать больше про демонов. Похоже, они втихаря заняли вакуум, оставшийся после Фиска. Вакуум, который создал я, когда убрал Фиска. Джеймсон прав. Демоны моя вина. А что тебе было делать? Позволить Фиску и дальше играть в крестного отца? У тебя все хорошо. Голос какой-то унылый. Похоже, я только что лишился работы. Город, точнее Норман, срезал финансирование. О, Пит, мне жаль. Будь Гарри здесь, он смог бы уговорить отца. Вы найдете другой источник средств. Ваша работа слишком важна. Спасибо, МД. До связи. Да. Тихо. Для начала. Ну не надо так. И. Как-то так. Что, неприятно, когда вас бьют? Ну, вы обдумайте это. Давайте посмотрим еще вот научная станция. Еще одну научную деятельность делаем. Давайте, что на этот раз надо сделать? Ну. Давай, забавно, что станция... начинает что-то мониторить. Давай. Пит, эта станция наблюдает за морской живностью. Тут у нас есть набор лекарств на любой случай. Симптомы некоторых болезней – это то, что не должно случаться с живыми существами. Понятно. У этой рыбы бактериальная инфекция. Надо разобраться с этим, пока она не попала на чей-то стол. Этот антибактериальный спрей должен вылечить рыбу. Надо только опрыскать воду. И быстрее, пока люди не подхватили болезнь. Сначала доберусь до порта. Источник проблемы в тех бочках. Нужно достать их из воды. Зовите меня дружелюбным соседом-мусорщиком. А куда? Я разбил их. Эти бочки умнее некоторых злодеев, с которыми я дрался. Ну-ка, давай. На.
Давай сюда, вот сюда. Давай, 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 давай. Разобрались. Это идеальная точка для опрыскивания. Ты что мне надо сделать? Если распрыскаю равномерно, остальное сделают течение. Вакцина нужна везде. Давай. Ну, ты почти что летаешь. Рыбы передадут ее друг другу. Что хорошо, потому что я не хочу гоняться за каждой из них. Судя по карте течений, нужно опрыскать еще район. Давай. Только сначала. Возьмем кое-что. Что мне принадлежит. Забираем. Хопаньки. Еще бочки. Очевидно, они являются источником заражения. Избавлюсь от них. Ну подожди, подожди. Что хорошо, в бочках они не стреляют. Да. Да. С другой стороны, эти бочки не понимают моих шуток. Да. На. Выкинуть, блин. Сюда, сюда, сюда. На. Вот так. Последняя бочка, да? Можно опрыскивать. Ну же, рыбоньки, это для вашего блага. Давай. Вот поэтому я не держу дома рыбок. А Джеймсон потом расскажет, что Человек-паук отравляет воду. Ладно, найду подходящее место для сбора проб. Рыбки уже должны выздороветь. Да стой ты. Вот я ничего не делаю. И ты ничего не делай. Все чисто. Ну, по портовым стандартам. Эпидемия остановлена еще до ее начала. Рыбки, плывите. Будет вынужден признать пользу от этой станции. Костюм. Ну, мне пока ничего не надо, да? Я вообще в чём за район-то у меня здесь? Ладно. Идем. Главная миссия. Охоу.
Давай. Если бы я бы так бы еще у нас бы добирался с такой же скоростью. 10.31, повторяю, незаконное вторжение. Происшествие недалеко от Лонгограда. Блин. Кажется, эти парни в костюмах взломщиков чересчур вжились в роль. Да. Ну-ка. На. Бам. На. Взгляните с другой стороны. Если бы я вам не помешал, вы бы тут надольше сели. Да. Вот так вот. По-быстрому разобрались. Давай. Давай, еще чуть-чуть осталось-то. Опа. Лети. Летун. Давай. Немножечко осталось. И вот я прибыл на место преступления. Герман, как поживаешь? Эй, я не юрист, но ты не нарушил условия УДО? Вали его! Упс, кажется, мы здесь застряли. Ну что, сыграем в города? На. Нет. Поборемся на пальцах. Ладно, бьем по морде. Ну, это нечестно. Ого, у тебя теперь цифровые наручи, да? Будь по-твоему. Хочешь подраться? Давай драться! Скорее бы вернуть тебя в тюрьму. Поболтать о науке. Помнишь первый бой? Я молодой и глупый. Ты просто глупый. Много болтаешь. Это твоя точка зрения. Разве? Да. А вот теперь можно врезать. Да. Зачем тебе это, Герман? Потому что иначе они меня убьют. Получай. Сейчас все будет. Да. Раскайся, и я помогу! Ты правда хочешь помочь? Тогда не мешай мне грабить! Нет, так не пойдет! Так, подожди. На! На! Знаешь, люди в банки уже не ходят. Тебе повезло, что тут есть наличка. Если хочешь грабить банки, иди на биржу. Это самый сок. Стой! А, нет! Опять вырвался, да? А, ну уже, Герман! Скажи, на кого работаешь, и я правда все устрою. Если поболтаешь, мне крышка. Это они точно сказали. На. Герман, ты меня пугаешь. Ты же не боишься людей? Не знаю, люди ли они. Под масками может быть что угодно. Стой. Ты сказал маски? Давай. Давай еще разок.
Эти парни в масках! Зачем им деньги? Не знаю! Мне плевать! Закончу работу и свалю! И почти! Давай, давай! Сколько тебя бить-то может? Ты же не бессмертный. Нету! Ты их не видела, я да! Ты ублюдок! Даю последний шанс! Слушай, я серьезно! Стой на месте! Да стой ты! Не дергайся! Проститься надо! Вежливо! Ладно, да. Я пошутил. Сейчас твой последний шанс. Серьезно. Блин. Что-то я не совсем понял, конечно. Ну, может быть, и так его и надо долбить. Даю последний шанс. Слушай, я серьезно. Стой на месте. Ладно, да. Я пошутил. Сейчас твой последний шанс. Серьезно. Давай. Прости, Герман. Придавил все-таки немножко. Ты сам виноват. Честно. Он был очень сильно напуган. Эти демоны теперь объявились повсюду. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ладно, увидимся в следующем видео. Шокер твой. Отлично. Пока. На плоту его ждет особая камера. Оттуда он уже точно не сбежит. И я почти уверен, что он работал на банду демонов. Банда демонов? Заголовок для Daily Bugle. Эй! Бьюгл — совершенно нормальное новостное издание. Я бы так не сказала. Говорят, у них есть очень хорошие репортажи.